Дорогие наши зрители, а перед тем, как посмотреть этот выпуск, подпишитесь, пожалуйста, на наш новый YouTube-канал. Ссылка находится в описании под этим роликом. Еще 5 июля в больницу бригадой скорой помощи был доставлен любимый наш актер России Павел Майков. Он сыграл главную роль в сериале «Бригада», тем самым очень запомнился нашему зрителю. Почему до сих пор родственники скрывали эту трагедию от общественных СМИ, еще предстоит разобраться. На данный момент Павел Майков еще находится в 36-й городской больнице города Москвы. На этот год отменены все его съемки в фильмах. Очень трудно сейчас узнать всю правду, друзья, самим же актерам пока не получается связаться. Его родственники сообщают о том, что якобы он улетел за границу на отдых. Но мы-то знаем правду. Мы-то знаем, что сейчас он находится в больнице здесь, в Москве. Завтра рано утром, друзья, свежий выпуск на нашем YouTube-канале. Не пропустите его. Я благодарен вам за ваши просмотры и за то, что вы заходите часто к нам на наш канал.